Добрый день, мы начинаем наш стрим. Меня зовут Вадим Родионов, режиссер Михаил Никулкин. И сегодня в течение ближайшего времени, часа, может быть, чуть дольше, мы будем обсуждать актуальные темы. Несколько тем вынесены в заголовок. Это, конечно, фиаско Красовского, грязная бомба, премьер Британии. То, что мы сегодня обсудим с нашими гостями. Но и вы также подключайтесь, пишите, комментируйте, участвуйте, заходите, задавайте свои вопросы. Делайте это в том числе с помощью WhatsApp, Viber, Telegram и телефона. Ну а начнем мы наш разговор со шведским журналистом Стигом Фредриксоном. Стиг, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, поскольку у вас богатая биография, вы общались с Солженицыным, переписывались с Ходорковским, изучали в том числе Россию, российскую действительность. Для вас то, что произошло 24 февраля 2022 года, когда Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину, стало неожиданностью или что-то подобное вы ожидали? Нет, я должен сказать, что это было неожиданно для меня. Я этого не ожидал. А на ваш взгляд, можно ли найти в прошлом объяснение тому, что случилось? То есть, вот опять же, поскольку вы говорили с Солженицыным, и Солженицын какие-то вещи, кажется, предсказывал, то, что может быть с Россией, там, про диктатуру, про взаимоотношения, скажем, тех, кто сидел, и тех, кто охранял, и все вот это делало такую очень сложную российскую историю. Вы знаете, самая большая беда – это факт, что вообще Путин стал президентом после Ельцина. Я считаю, что Путин, наверное, обманул и Ельцина, и окружение Ельцина. Потому что Путин, насколько я его изучал, он всегда… Он мастер маскировки, так сказать. Он мастер… представлять себя как кем-то другим. И когда Путин понял, что, может быть, он будет президентом после Ельцина, он сразу понял, что он должен сказать все правильные вещи. Он Ельцину говорил, что если буду я, то реформы будут продолжаться, демократизация будет продолжаться, не будет возврата к прошлому и так далее, и так далее. И это самая большая беда. А на ваш взгляд, Путину, когда он только пришел к власти, удалось обаять западный мир, страны старой демократии, то есть лидеров западного мира? То есть ему удалось их, можно так сказать, завербовать на каком-то этапе? Да. Первые годы, по-моему. Я считаю, что он долго не показывал свое настоящее лицо. Вы помните, то он был первым, который позвонил Бушу после 9-11, например. И, конечно, ему тоже повезло первые годы, потому что русское экономическое развитие тоже было успешным. А когда, на ваш взгляд, наступило прозрение на Западе? Когда стали вырисовываться эти путинские черты? Вот когда вдруг стало понятно, что это за человек, что это за президент, что это за лидер? По-моему, это было во время выступления Путина в Мюнхене в 2007 году. Он тогда напугал западный мир, как вы считаете? Да. Я, может быть, в той речи он впервые тоже высказал свои настоящие намерения, свои цели, свои требования. Именно те требования, которые он очень четко высказывал в декабре прошлого года насчет НАТО, насчет Западной Европы и так далее. Это все было в этой речи в Мюнхене в 2007 году.
А на ваш взгляд, если порассуждать о российском обществе, о российском народе, то есть вы человек, который и занимались этой темой, и знаете русский язык, на ваш взгляд, Путин — это все-таки некая случайность в российской политической вот этой истории? Или это закономерность, потому что он отражает российское представление о власти и, в общем, является олицетворением, ну, действительно, чего-то народного? Вот как вы считаете, Путин — это и есть, в общем-то, производная от российского народа или случайность? А вы знаете, я против идеи, что русский народ должен жить всегда, вечно в таком тоталитарном или авторитарном строе. Это, по-моему, я не согласен с этим видом. Я знаю, что есть многие тоже у нас, тоже эксперты, которые все время говорят, что ну, русским нужны такой авторитарный строй, потому что они всегда жили под тоталитарным строем. Я не согласен, потому что у меня были такие очень оптимистические надежды в 90-е годы. И я считаю, что когда русский народ получил возможность делать выбор между демократией и диктатурой, они все-таки выбрали демократию. И сейчас, конечно, нет никакой основы быть оптимистом сегодня. Но я все-таки считаю, что я знаю, что после Путина не будет демократии в России, я знаю. Но все-таки в длинном перспективе я считаю невозможно, чтобы такое образованное и молодое поколение, которое есть во многих городах в России, нельзя жить так, как они жили сейчас в течение последних 20-22 лет. Скоро или поздно будет другой, более демократический, лучший строй, по-моему. И все, которые... Вот эти все таланты, и Россия для меня это такая огромная, талантливая, богатая страна, и все таланты, которые сейчас в последние годы уехали из России, они должны вернуться и стать, потому что Россия могла бы быть такая богатая страна, удачная страна. А как сегодня в Швеции и на политическом уровне, и на общественном уровне относятся к России как к стране и к россиянам русским как к народу? Вот какие настроения в вашей стране? Мне кажется, что у нас, как, может быть, вообще в Западной Европе, трудно разделить между режимом и народом. Вот этот вопрос, например, насчет виз для русских в Западную Европу, я считаю, что правильно, чтобы русские туристы, мы их не впускать к нам, потому что вы можете себе представить, если вот этот русский средний класс, которые едут как туристы в Западную Европу, когда они встречают украинских беженцев, например. Но в то же время я считаю, что мы должны все делать у нас в Швеции и в Западной Европе, чтобы держать связь и охранять связь
с демократическими силами в России. И сейчас у нас никаких дипломатических отношений России. Все заморожено. Но мы должны все-таки стараться поддержать и помогать, и держать связь с хорошими людьми в России, если возможно. Это тяжело, трудно, но мы должны стараться. Тут спрашивают наши зрители, как вы оцениваете эффективность российской пропаганды? Ее многие сейчас анализируют, сравнивают и с нацистской Германией, и с радио «Тысячи холмов» в Руанде. Вы как журналист, как специалист в сфере массовой информации, вот как вы оцениваете, в чем феномен и есть ли феномен российской пропаганды? У нас? Вообще, в целом. Внутри страны, конечно, удачная, к сожалению. Но у нас нет, я думаю, что нет, да, не очень успешная, совсем не успешная. У нас умеют все-таки видеть, как это, что это пропаганда, что это фейк-ньюс, что у нас довольно хорошо образованная публика, по-моему. Еще вопрос спрашивают у вас. Как вы считаете, задействует ли Путин ядерное оружие? Есть ли основания для этого? И может ли президент России нажать на условную красную кнопку? Очень тяжелый вопрос. Я могу сказать, что только что для меня Путин совсем непредсказуемый. Совсем. И я очень боюсь, что если он будет находиться в отчаянии под позиции, и это, кажется, он становится все более и более отчаянной, потому что война на Украине не очень успешна, как вы знаете. Я очень боюсь, как он будет, потому что Путин не может уйти, не может его можно только победить. Война на Украине может кончиться только уходом Путина, по-моему. И он, конечно, не может, никогда не будет уступить. Вы переписывались с Михаилом Ходорковским, когда он находился в тюрьме. Сейчас Михаил Ходорковский на свободе, но в эмиграции. Поддерживаете ли вы связь с Михаилом Ходорковским? Обсуждаете ли вот... Нет, я только читаю его блог и тот же его интервью и так далее, но личной переписки нет. Я ее не встретил, я его встретил в Цюриче сразу после его освобождения, амнистии, но с тех пор я только его читаю и слушаю. Вот если смотреть на ситуацию со стороны, есть ли, на ваш взгляд, какие-то люди, которые могли бы заменить Путина? Там Алексей Навальный, Илья Яшин, Михаил Ходорковский. Или нужно искать и смотреть где-то в другом месте все-таки? Ну, Ходорковский, он не политик. Совсем не политик, по-моему. Но, да, есть, конечно. Навальный никогда не скрывал, что он хочет заменить Путина и стать президентом России. Доживет ли он или нет, это трудный вопрос. Но есть, конечно, есть демократические лидеры в России. А отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому? То есть вот его роль в этой войне, его фигура, политическая фигура, как она воспринимается в Швеции, что о нем говорят? Но мы его очень высоко оцениваем в Швеции. И
для меня лично, я просто не могу понять, откуда он берет свои силы. Он каждый день, каждую ночь почти выступает. Он очень так сказать, стал лидером своего народа. И, может быть, мы этого не ожидали, когда его избрали президентом, но вы помните то, что когда ему сказали в начале войны, что, может быть, американцы или я не знаю, сказали, что мы можем дать вам вертолет, чтобы вы уехали, улетели из Киева. Он сказал ему, мне не нужен вертолет, мне нужно оружие. И он так продолжает и продолжает каждый день. У нас звонок, зритель на линии. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Анна, я из Риги звоню, хотела бы задать вопрос гостю. Значит, светской модели системы политической и социальной, вот как вам кажется, насколько она применима к Российской Федерации в будущем? Есть ли светская коррупция? Какие вот изъяны есть в шведской системе, которые помогли бы нам рассказать? Потому что со стороны кажется, как будто вот такая эта скандинавская модель, она ну, практически идеальна. Так ли это? И еще хотела задать такой вопрос о здоровье Владимира Путина. Насколько в Швеции рассматривают вот такой вариант? Говорят ли что-то о состоянии здоровья российского президента, что вот он может там в силу каких-то причин просто не дожить ну, или закончить свою жизнь раньше, чем кто-то предполагает? Вот на эти два вопроса хотел бы услышать ответ. Спасибо. Повторите, пожалуйста. Первый вопрос. Да. Есть ли в Швеции коррупция? Есть ли у вас изъяны в вашей системе? Потому что скандинавская модель и шведская модель для многих, ну, по крайней мере, в Восточной Европе кажется, ну, практически идеальной с точки зрения отношения там, к человеку, к гражданину. Это первый вопрос. И второй вопрос о здоровье Владимира Путина. Допускаете ли вы, что он уйдет из жизни раньше, чем, там, не знаю, произойдут какие-то события? Коррупция есть в Швеции. И у нас тоже есть хорошие журналисты, которые находит случай коррупции. Это не как в России, это не как на Украине, но все-таки коррупция есть. Среди чиновников и среди частные предприятия есть. Наше здоровье Путина, наши вечерние газеты, наши таблоиды, они много пишут, но для меня нет никакого основания, чтобы спекулировать насчет Путина. Мы его видим, и я видел, что, может быть, сегодня или вчера он посетил мобилизирован солдатов в Рязани и так далее. Он, мне кажется, он здоров. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время и вышли в наш прямой эфир. Стиг Фридриксон был с нами сегодня на прямой связи, журналист из Швеции. Благодарим вас, всего доброго и до свидания. Всего доброго, и был очень рад быть с вами. Спасибо. Всего Спасибо доброго. Вам и взаимно. Мы продолжаем наш стрим. Пишите, комментируйте, участвуйте, дозванивайтесь до нас, в том числе с помощью WhatsApp, Viber, Telegram и телефона. Чуть позже, буквально через 9 минут, мы свяжемся с журналистом Машей Слонем из Великобритании. Поговорим и о новом премьер-министре, потенциальном, конечно, но, тем не менее, там уже все, судя по всему, определилось. И о деле, кстати, Антона Красовского. Это одна из тем, которую мы сегодня планируем обсудить, потому что Антон Красовский высказался во время интервью с Сергеем Лукьяненко, писателем-фантастом, и там он, в общем, позволил себе высказывание очень... Ну, я даже не знаю, я не хочу это цитировать на нашем канале. Кому интересно, можете зайти в интернет, почитать. Это что-то совершенно запредельное. Что-то, что... Ну,
Ладно, уже, знаете, мы часто используем формулировку «не укладывается в голове». Уже, в общем, привыкаешь к тому, что звучит какая-то дичь совершенно из федерального российского эфира. Rush Today, в общем-то, тоже, наверное, в этом смысле не самая чистоплотная телекомпания. Но здесь даже у Маргариты Симонян, судя по всему, отвисла челюсть после того, как она это услышала. Далее последовали различные реакции, в том числе Антона Красовского решили отстранить от эфира, не уволит. Там, кстати, не было формулировки, что он уволен. Его отстранили, далее он там стал извиняться, очень активно это делать в Телеграме. Кто-то его поддержал, кто-то его осудил, кто-то там уже готов был его сразу линчевать. Ну, в общем, пока непонятно, но появляются такие комментарии, репосты у Маргариты Симонян, в том числе в Телеграме, и там видно, что, судя по всему, Антона Красовского увольнять не будут. Но это, конечно, тоже мы будем рассматривать, и в том числе с нашими гостями, с Машей Слонем. Надеюсь, что в ближайшие минуты мы сможем до нее дозвониться. Ну, а вы пока тоже можете высказаться по этой теме. Пишите, комментируйте, высказывайтесь. Телефон, WhatsApp, Viber, Telegram доступны, поэтому можно использовать эти платформы для того, чтобы принять участие в нашем сегодняшнем эфире, высказать свое мнение и задать вопрос нашей гости, ну, чуть позже, буквально через несколько минут. Также я отмечу, что вы можете подписаться на наш телеграм-канал. Телеграм-канал IGRANULGRAM доступен по ссылке, которая закреплена сверху в комментариях. Кликните, подпишитесь. Если подпишетесь прямо сейчас, поставьте плюсик в нашем чате. Ну, если не сложно, и вы не скрываете, что вы на нас подписались. Мы просто это сразу увидим. И зрители тоже, может быть, к вашему плюсику добавят свой плюсик. И таким образом присоединяйтесь. Ну и, конечно, отмечу, что вы можете также поставить лайк для того, чтобы алгоритмы YouTube нас активнее рекомендовали. Сразу отвечу на вопрос про кашель. Вадим, кстати, уже месяц кашляет. Я уже об этом рассказывал. Те, кто с нами давно, знают о моей проблеме. Это рефлюкс. Он у меня иногда обостряется. Его нельзя горячим чаем сразу купировать. В общем, это такая долгая история. Когда у меня обостряется рефлюкс, приходится, в общем, достаточно долго с этим бороться. Поэтому, к сожалению, кашлю. К сожалению, не могу вам гарантировать, что это пройдет на следующий день или даже через неделю. Бывают у меня периоды, когда долго нет этого кашля, потом он возвращается, потом я с ним борюсь, потом снова. Поэтому спасибо, кстати, за беспокойство, но, в общем, как есть, так есть. С другой стороны, но мы такие, какие мы есть, да, и в эфире в том числе, вот такие не идеальные, со своими какими-то хроническими заболеваниями и прочими вещами. Ну, это я не могу спрятать, да, это я не могу припудрить и как-то вот от этого отстраниться. Поэтому прошу всех прощения, кого это беспокоит, ну и благодарю тех, кого это беспокоит именно по причине того, что, может быть, беспокоится о моем здоровье. Тем временем, я вижу, что присоединяются к нам наши зрители, в том числе и в Телеграме. Кстати, я еще хотел отметить, сейчас меня осенило, что там всего ничего осталось до 29 тысяч подписчиков в Телеграме, меньше 100, поэтому если вы, может быть, за эфир как раз подпишетесь, мы, может быть, преодолеем этот красивый рубеж 29 тысяч подписчиков и пойдем дальше уже к 30 тысячам в Телеграме, и 1000 примерно осталось подписчиков до 440 тысяч в Ютубе, поэтому тоже обязательно это делайте. Так, еще пишут, да, быть таким какой-то есть в этом мужество и честь, да, вот так зарифмовала Либертас. Еще пишут, спецслужбы Украины, видимо, уже думают, как познакомиться поближе с Красовским. Я думаю, они давно уже думают об этом, потому что Красовский один из самых радикальных пропагандистов на российском телевидении. Да? То есть он позволял себе совершенно какие-то бесчеловечные высказывания раньше, но здесь, видимо, все-таки нашла коса на камень, какая-то красная линия где-то завибрировала. А может быть, просто он, знаете, есть такое, что есть определенные интересы, которые он нарушил своим постом. Да? Если ты говоришь о том, что мы-то спасаем, мы-то вообще гуманисты, мы там вот все это дело несем, наши ракеты летят для того, чтобы созидать, а не убивать. А здесь он, в общем, прямым текстом озвучивает то, что, наверное, делает, в том числе и российская армия сейчас в Украине. И вот когда это все совпало, вот у кого-то там что-то завибрировало и решили, что нет, ребята, это уже перебор, давайте-ка мы его выведем за скобки, по крайней мере, на какой-то период. Да, еще у нас тем временем комментарии, вижу, хочу, чтобы он поведал, еще так пишут наши зрители. Грэм, я всегда ставлю вам лайк. Ставьте лайки. Сейчас как-то их не очень много, всего 262. Давайте разгоним это дело для того, чтобы алгоритмы YouTube у нас активнее
Рекомендовали. Еще у нас пишут наши зрители тем временем. Да, тут уже такая дискуссия внутри нашего чата. Вадим, вам желаю крепкого здравия. Да, спасибо вам. Стараемся, в общем, этому соответствовать. А, да, ну, кстати, лайков прибавилось. Ну и мы в ближайшие минуты уже, наверное, попробуем позвонить Маше Слоне, журналисту из Великобритании. Узнаем о том, как она относится к этой истории с Красовским, что в Британии с постом премьер-министра. Очень много новостей, которые мы хотели бы обсудить с нашей гостьей в ближайшее время. Так, еще у нас пишут видео. Я немного устал, но обещал Риме всем передать от нее привет, пишет Натали. Да, мы ждем Риму. Надеемся, что у нее со здоровьем все в порядке. Она скоро к нам вернется и сможет модерировать наш чат и дальше, как это Рима всегда блестяще делает. Поэтому ждем ее в нашем прямом эфире и желаем скорейшего выздоровления. Также, кстати, Ане и Вере мы желаем скорейшего выздоровления, потому что они тоже сейчас болеют. Да, еще пишут, что с Красовским это банальное отвлечение внимания, пишет Сергей. Не знаю, может быть, вообще ничего нельзя исключать. Мне кажется, это какая-то все-таки спонтанная история. Да, это не какая-то продуманная вещь, что окей, мы вводим Красовского, он говорит что-то вот совершенно дикое, и потом мы, значит, с помощью этого кейса отвлекаем внимание от всего остального. Ну, будем справедливы. В масштабах происходящего, например, Красовский не сможет отвлечь внимание от сдачи Херсона. Если, допустим, оккупационные власти, контролируемые Россией, сдадут оккупированный Херсон, и ВСУ вернет его обратно, то это Красовский не сможет каким-то образом, вот его история не сможет от этого отвлечь внимание. От этого сможет отвлечь внимание и грязная бомба, о которой сейчас очень активно говорят. Вот одна из версий, которая озвучивается, вот вся риторика, связанная с грязной бомбой, возможностью ее применения и так далее, это как раз вот тот информационный повод, который как раз может переместить фокус внимания и... Херсон сдадут, а никто не заметит, или многие не заметят, или не обратят внимания, потому что все-таки грязная бомба, ядерное оружие, применение или возможное применение — это более мощный информационный повод. А не Красовский точно. А поэтому вот, ну, я слышал такие точки зрения, такие мнения в ближайшие минуты. Вот мне подсказывают, что Маша Слоним с нами будет на связи где-то примерно через 3 минуты. Этот вопрос мы тоже ей обязательно зададим. Вы тем временем ставьте лайки, не забывайте это делать. Сейчас у нас 332, давайте дойдем до 400, а потом до 500. Ну и далее попробуем все-таки привлечь больше лайков для того, чтобы алгоритмы YouTube нас активнее рекомендовали. И также, конечно, хотелось бы, чтобы вы ставили, про лайки я сказал, поддерживали канал донатами. Это важно, это нужно, это необходимо, потому что это помогает каналу бесперебойно работать. Ссылка на PayPal есть в описании. Также можете поддержать нас здесь внизу под этим чатом. Есть значок доллара. Действительно, пишите Риме в чате, она посмотрит нас в записи, ей будет приятно, пишет Натали. Так, еще у нас комментарии были, но я их только что потерял. Да, ну, в общем, ставьте лайки, будьте активны, и мы сейчас попытаемся связаться с Машей Слонем. Пишут тем временем, да, что вот как раз зрители призывают ставить лайки, я это поддерживаю. Херсон еще далеко, а про этого нелюдя Вадим говорит уже столько времени, пишет Грегор. Нет, это важная тема. В рамках пропагандистской истории кейс, простите, такое новомодное слово, ну ладно, Красовского, он важен. В глобальном смысле он, конечно, не сможет отвлечь внимание настолько, насколько это, может быть, кому-то хотелось бы. Все-таки это история про такой небольшой эпизод в рамках большой пропагандистской истории. Но как эпизод он, безусловно, важен. Поэтому мы о нем и говорим. Да, еще пишут наши зрители тем временем. Тут никакого заговора с Красовским. Интервью появилось даже несколько раньше и висело, пока его не заметили. По крайней мере, по информации «Новой газеты Европы», пишет Дим Джи. Да, ну, кстати, в Англии тем временем там новый премьер-министр может появиться. Я думаю, что это мы тоже обсудим в ближайшее время. Да, готовы ли мы связаться с Машей Слонем, если у нас такая возможность сейчас? Да, мы как раз дозваниваемся до Маши Слонем, журналисты из Великобритании. Поговорим с ней о
тех новостях, которые мы обсуждаем. Ну и вы, конечно, тоже присоединяйтесь, звоните, пишите, комментируйте, используйте WhatsApp, Viber, Telegram, телефон для того, чтобы до нас дозвониться, задать вопрос или высказать свое мнение. Маша Слоним, журналист из Великобритании, у нас на прямой связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот думал, с чего начать, с Красовского или с потенциального нового премьер-министра Великобритании? Давайте начну с потенциального нового. Новый премьер-министр гораздо важнее. Красовский – это, ну, это такое, такая помойка, что уже как-то даже неохота говорить. Но я готова сказать и про это. Но мне кажется, важнее все-таки то, что произошло у нас. Может быть, потому что это ближе мне как-то. Давайте не начнем с Великобритании, а потом плавно перейдем к Красовскому, как такому элементу внутри большой пропагандистской российской истории. А что произошло в Великобритании? Что за история с Ли Трасс, таким действительно очень скоростным режимом. То есть она пришла, она ушла, Борис Джонсон прервал отпуск, вернулся, новый премьер-министр, судя по всему, тоже установит рекорд, и самый молодой, и, в общем, происхождение. Расскажите о том, что происходит сейчас. Ну что, ну вы, наверное, слышали уже, что произошло с Ли Трасс, как она с плеча, так сказать, решила рубануть, не проверив, на самом деле, не взвесив, не отдав на экспертизу свою программу, такую революционную, ну, суперлиберальную, суперконсервативную, формально, как бы она подражала, вообще имитировала Маргарет Тэтчер, и поэтому решила, что вот сейчас она всем покажет, как на самом деле надо делать, как оздоровить экономику, а оздоровить экономику – это пустить как можно больше денег в экономику. То есть не повышать налоги, а наоборот сокращать их, чтобы был стимул к оздоровлению и прочее, прочее. А откуда берем деньги? Ну, это уже там разберемся. А между тем дыра какая-то чудовищная образовалась уже и после пандемии двухлетней. У нас же была программа такая поддержки и малого бизнеса, и предприятий, и предпринимателей довольно обширная. И, в общем, государственный долг вырос в разы. Рынки офигели, когда ее первый министр финансов обнародовал этот самый так называемый мини-бюджет, не особенно заботясь о том, как народ и рынки подготовить к этому, как объяснить, откуда деньги ЗИН вообще возьмутся. Как-то решили вот так здорово все это пустить на самотек. Ну, в общем, обрушились рынки, рухнул фунт до каких-то рекордных тех самых показателей низких в отношении к доллару. Все, стало ясно, что Лиз провалила эту самую историю. Она быстренько, я думаю, даже не она, а ей быстро навязали. Ну, дали взрослого дядю Ханта, Джеффри Ханта, который разорвал этот самый ее бюджет, эту программу абсолютно, просто не оставив почти ничего от него, и повернул это все в ту сторону, которую предлагал Риши Сунак во время той летней предвыборной кампании, где они были конкурентами. Да? Кстати, Сунак тогда, он был бывшим министром финансов в правительстве Джонсона, очень ругал эту программу Ли Трасс. Не потому, что она была его конкурентом, а просто потому, что он, ну, в общем, грамотный финансист. У него, кстати, да, хороший послужной список в этом смысле. И говорил, что это вообще сказочные какие-то, что она далека от реальности, сама Ли Трасс, что живет в каком-то сказочном мире и прочее, прочее. В общем, он оказался прав. Поэтому партия и фракция решили быстренько от нее избавиться, потому что, в общем, экономика была дестабилизирована очень серьезно. И она потеряла как бы доверие, что ли, не только рынков и не только парламента, а вообще в мире. А Великобритания довольно сильно зависит от все-таки иностранных инвестиций. Поэтому, в общем, ситуация была довольно опасной. И решили быстро объяснить ей, что вообще-то пора валить. И посидела 44 дня. Причем из этих 44 дней ей тоже не очень повезло. Две недели это был траур по
скончавшейся королеве Елизавете II. Так что фактически она, в общем-то, 20 дней рулила. Но не получилось. Вот. И решили, что больше не будут повторять вот этих ошибок многоступенчатых выборов, потому что ситуация действительно такая, ну, нестабильная. Надо рынки успокаивать и вообще что-то наводить порядок в стране. Поэтому решили это провернуть очень быстро. И она во время своей вот как раз речи, где она объявила о том, что она уходит в отставку, ну, достойное было выступление такое, что да, у нее была такая амбициозная программа, но она увидела, что она не сможет ее выполнить. Она объявила о том, что вот в течение недели вообще все решится. Будет быстро голосование там в парламенте за кандидатов. Кто-то выставил свои кандидатуры, мало кто в тот момент выставил. И было понятно, что условие, что кандидат, который наберет 100 голосов сторонников в парламенте, во фракции, имеет право, так сказать, участвовать в этих выборах. Вот. Ну, в общем, отпали какие-то кандидаты сразу. Интрига была. В общем, казалось, что это на промоте старая история, летние выборы, но на быстром промоте. Потому что к пятнице, все к следующей, должно было все решиться. Потому что сегодня был крайний день, то есть крайний срок, когда кандидаты должны были набрать 100 голосов плюс. В общем, кончилось тем, да, вдруг неожиданно, чтобы как-то немножко разнообразить этот старый сюжет, появляется Борис Джонсон, как чертик из табакерки, вдруг возвращается с Карибских островов из отпуска и говорит, что, нет, не говорит, но вокруг него, его какие-то люди говорят, что вот он подумывает тоже участвовать в этом. А на самом деле он прощупывал, сколько голосов он может собрать в парламенте, в парламентской фракции. Надо сказать, что во фракции его не очень любят. И, в общем, ушел-то он оттуда, его фактически фракция и выпихнула с поста премьер-министра. И было явно, что он не добирает как-то уже, хотя там его сторонники говорят, да что, да уже набрал 102, но никто не видел список, и никто то есть по подсчетам где-то 50 с чем-то человек публично сказали, что его поддержат, вот и все. 100 с лишним не набиралось. Но он говорил, что 102. В общем, в конце концов, его даже его сторонники, кажется, уговорили сдаться и выйти из этой гонки. После чего рынки опять как-то оживились. Потому что, когда появился Джонсон, рынки тоже как-то так приуныли. И фунт приуныл, и тоже упал. Но как только Джонсон объявил вчера буквально, что он все-таки решил ради единства партии и спасения страны не участвовать. А он до этого встречался и с Сунаком, тоже вчера, и с Пенни, которая тоже кандидатка. И что-то с ними обговаривал, никто не знает что. Но мне казалось, что он может там с ними обговаривать, чтобы они уступили ему место и отказались от своих претензий. Но ни тот, ни другой на это не пошли. Поэтому он решил, что, в общем-то, надо складывать лапки и, в общем, мириться с ситуацией, и отошел в сторону. После чего, в общем-то, это был вопрос скорее времени. Потому что у Сунака уже было больше половины всей парламентской фракции за него. А Пенни не смогла, не успела собрать 100 плюс голосов. И поэтому обошлось без дополнительных каких-то выборов. И уже сегодня он был провозглашен лидером партии. Теперь предстоит встреча с королем, когда Риши попросит его дать разрешение на формирование правительства. И он будет тогда объявлен формально премьер-министром. Но это уже решенный вопрос. Это сенсация. Ну, если вы меня спросите, это сенсация по очень многим статьям. Во-первых, это первый не белый премьер-министр Великобритании, хотя он родился в Англии, получил блестящее образование в Уинчестер колледж, Оксфорд, потом Стэнфордский университет. В общем, он высокообразованный британец. Но все равно индуист, его родители оба выходцы из
Пенджаба, ну, из Африки, они из Пенджаба бежали в Африку разными путями и встретились только, познакомились только в Англии. Такие средний класс профессионалы, врач и фармацевт. Ну, в общем, дали образование своему сыну. И очень хорошо сделали. Потому что он блестящий. И его все, ну, все называли, даже враги называли его блестящим финансистом. Ему страшно не повезло, конечно, с пандемией, потому что ему пришлось, ну, вот каким-то образом там считать деньги, раздавать эти деньги, делать много, большие долги тоже государственные. Но зато ему удалось все-таки спасти очень многие и предприятия, и компании от банкротства. Удалось. И людей тоже, людям помогли довольно сильно тогда. Так что, в общем-то, общая все-таки оценка его, что он справился. Ну вот, и сейчас надежда на то, что он успокоит рынки, они уже стали успокаиваться, потому что, ну, пришел взрослый дядя, хотя взрослому дяде всего 42 года. Он тоже самый молодой премьер-министр за 200 лет. А вот что касается геополитики, что касается Украины, России, внешнеполитической составляющей, какие прогнозы в этом смысле? В этом смысле я вам скажу абсолютно уверенно, что прогноз, ну, он, во-первых, говорил, что он готов еще во время той летней предвыборной кампании, когда он проиграл трасс, он намерен удвоить, просто удвоить поддержку Украины, что он будет всеми силами противостоять вот варварской войне, которую затеял Путин. Это тогда он говорил, сейчас он отдал, повторяет это же, он отдал должное Борису Джонсону, надо сказать, первое же, вот, сразу же после того, как вот он уже стало ясно, что он победил, после того, как Джонсон ушел, вышел из гонки, он отдал ему должное за то, что он действительно сделал почти невозможное, вот так организовав противостояние России. Вы знаете, тут все-таки политика не персонифицирована. Весь политический эстаблишмент за Украину и против путинской агрессии. Это не преувеличение. Поэтому от того, что поменялся премьер-министр, политика страны не изменится. Это точно. Там могут быть какие-то там расчеты, сколько можно сейчас тратить на оборону, потому что он пытается сократить расходы. Там у нас, кажется, у нас 40 миллиардов расходов, которые надо сократить. Но Украина – это все-таки священная корова, ее трогать не будут. Расходы на Украину трогать не будут. И более того, я не знаю, по-моему, вам уже говорила, может, еще кому-то говорила, что и оппозиционные партии, или Борисская партия, и либерал-демократы абсолютно заодно. Понимаете, за то, чтобы поддерживать Украину, потому что все сознают, что... Ну, все видят, что происходит. Все видят, что это чудовищная, совершенно ничем не оправданная агрессия со стороны России, и что, в общем-то, вопрос стоит о безопасности Запада. Так что мы платим за собственную еще и безопасность, помимо того, что это, так сказать, мы поддерживаем Украину, которая пострадала. Но мы, они политики и бюджет, готов платить и вот за это, понимая вообще, что это просто такая необходимость суровая. Так что украинцам не стоит волноваться. Он еще во время летней своей этой кампании говорил, что его первый заграничный визит будет в Киев, как только его выберут премьер-министром. Я не знаю, имеет ли он, так сказать, сейчас вот возможность такую это сделать, потому что первым делом, конечно же, я думаю, будут не визиты, а работа с калькулятором, так сказать, с министром финансов Джереми Хантом, который его, кстати, поддерживал в ту кампанию, они союзники, что хорошо. И они будут сидеть и смотреть, где можно что урезать и как можно сократить вот этот госдолг, потому что там идут страшные какие-то миллиардные проценты просто по этому долгу, ко всему прочему. Ну вот, и, в общем, впереди кризис, мы живем в этом кризисе уже, это кризис роста цен,
Это инфляция. Ну, вас, наверное, этим не удивишь. У вас еще выше инфляция, кажется. Но неважно. Англичан этим удивишь, потому что такой инфляции не было очень давно. Ну вот, так что у него сейчас первоочередная задача, конечно, это стабилизация экономики. Вот. Но я уверен, что он и, надеюсь, что он и в Киев слетает. Слетает. А что касается риторики, связанной с ядерной войной, с ядерным оружием, потому что тут вот в последние дни буквально ленты российских агентств, там Шойгу разговаривал с министром обороны Великобритании, с министром обороны США, глава генштаба говорил с министром, там с главой штаба Великобритании, США и так далее, и все говорят о грязной бомбе. Вот грязная бомба, грязная бомба, грязная бомба. Как в Великобритании, во-первых, это все оценивают, комментируют, вот что об этом говорят? Ну как, этого не могут не упоминать, конечно, с некоторым удивлением, но насколько я могу понять по каким-то комментариям, Риша еще это, конечно, не комментировал, он не был у власти все это время, он вообще молчал, чтобы не раскачивать лодку, так сказать, и не дестабилизировать вообще ситуацию. А насчет правительственных людей. Ну, какая-то реакция такая удивленная, я бы сказала. И не то чтобы... По-моему, ощущение такое, что это очередной какой-то шантаж. Ну, у меня, во всяком случае, я член правительства, но все-таки такое ощущение, что это и заходы такие на переговоры, что ли, какие-то. Вот это повышение ставок. Вот. А не то... Мы вот, вот так вот, не знаю, не очень, нет, не то чтобы вот эти самые такие солидные газеты кричат вот, с первых страниц какие-то крики о грязной бомбе. Ну, да, это упоминается такая, как, ну, такая интересная деталь, такая еще одна интересная деталь в российской, странной российской политике. Да. А для вас, вот если говорить о вас, для вас Путин прогнозируемая фигура, потому что вот вспомним... преддверие 24 февраля, многие не верили. Потом про мобилизацию, многие говорили, ну нет, ему это невыгодно, мобилизацию он не объявит, объявил. Сейчас грязная бомба, риторика, которая вот просто не прекращается. Вот Путина, на ваш взгляд, это можно еще спрогнозировать? Я честно говоря, я должна признаться, я не верила. Я спорила с друзьями, которые говорили, все, ужас, кошмар, кошмар, посмотри. И я говорил, да нет, это, конечно, это шантаж. Так что сейчас я уже боюсь, так сказать, повторять, что это шантаж. Хотя у меня все-таки ощущение, что... Ну, он, конечно, непредсказуемый. Но, вы знаете, вот даже у сумасшедших есть какая-то расчетливость такая. Она может быть безумная с нашей точки зрения. Но там какой-то расчет, может быть, существует. Я про сумасшедших имею в виду, говорю. И, может быть, то же самое можно и о нем сказать, что просто нам какая-то вот логика его не совсем понятна. А там, может быть, есть свой расчет, только мы не психиатры. Не знаю. У меня есть сомнения, что все-таки скорее это шантаж. Но, опять же, вот я повторяю, поскольку я тогда не верила, что это всерьез, да, 24-го, 23-го числа я еще не верила, что это всерьез. Я ничего не берусь. Просто не хочется даже... Это настолько все чудовищно, что хочется так отогнать это от себя, от сознания. Я понимаю, что это не будет то, как нам вообще рассказывали в этих самых атомном взрыве. Да? Если грязная, но она где-то пукнет нехорошо, неприятно. И действительно очень многие пострадают. Но да... Ну, мы помним даже, что с Чернобылем там случилось. Это сколько стран это задело. И какие последствия были. Так что, конечно, страшно. Все, и кто же знает его. Вот чем скорее кто-то там, в общем, поймет, что так дальше жить нельзя, тем лучше, мне кажется. Но мы же далеко все. Пропаганда. Вот то, что сейчас происходит и в телеграм-каналах, и в федеральном эфире, и в, не знаю, там, когда там лица пропаганды что-то от себя пишут. Конечно, сейчас подвожу вас к теме с Красовским, потому что то, что он сказал, я не буду это повторять в эфире, потому что это что-то совершенно запредельное.
Но это даже напугало Маргариту Симонян. По крайней мере, она опубликовала пост, в котором сказала, там, что это недопустимо, это вообще перегиб там, и так далее. Вот как Ой, Маргариту думаете? Симонян, по-моему, напугало то, что в мире, когда очнулись и увидели перевод, вообще увидели, что сказал Красовский, стали кричать о том, что РТ надо запретить по всему миру, потому что это пропаганда геноцида, что правда. Мили! Да. Собака лает на кота. Вот. Поэтому я думаю, а что? Она, это же не запись, ой, не прямой эфир был, это запись была. А что, до этого не было чего-то такого жуткого? Я слушала Красовского, ну, пока не стало противно. Это же просто страшно, это страшно. Вот, так что я думаю, она этого испугалась и стала как-то так отрубить. Но сейчас тоже что-то такое опять, идут какие-то заигрывания с ним. В общем, не верю я в искреннее возмущение. А то, что это уже становится, ну, как бы это сказать, какая-то девальвация зла. Уже, по-моему, идет девальвация зла. Уже кажется, что ну, это все предел, уже так больше невозможно. Дальше уже, ну, что может быть еще после того, что сказал Красов? Я пока напомню, да, что можно звонить в наш прямой эфир, звоните, телефон, WhatsApp, Viber и Telegram доступны, поэтому присоединяйтесь. У меня два кота, да. Я понимаю, что у вас происходит. Так да, у меня там что-то какая-то, да, собаки перевозбудились, да. Там началась своя жизнь. Девальвация, я не знаю, понимаете, я не зритель вот этих каналов, поэтому не могу даже сказать, как люди могут на это реагировать. Но поскольку они постепенно уже привыкли вот к нагнетению, и все, чтобы ужаснее жизнь, это как наркоман, которому уже там какой-то дозы мала, ему все время нужно увеличивать дозу, увеличивать, чтобы получить кайф. Вот может быть, вот это уже работает. И им это в кайф, вот такое слушать. Трудно сказать. Опять же, я не психиатр, хотя мне кажется, что в общем, для большинства вот, зрителей российского телевидения уже нужны какие-то психиатры и вот эти психологи, которые депрограммируют жертв тоталитарных сект. Потому что это уже, я думаю, они запрограммированы, и их ничего не берет. А Красовский, как элемент российской пропаганды, он... Ну, вот есть Соловьев, есть Скобеева. Ну, по крайней мере, мне понятно, на кого они работают и как они работают. То есть в этой машине чудовищной они вот выполняют определенные функции. А Красовский — это случайный элемент? Потому что я вот не могу понять, какая аудитория... Он оппортунист, конечно. Красовский оппортунист. Он не профессиональный пропагандист. Ну, он был таким журналистом, этим, как пиарщиком, да, он вел кампанию и Собчак, и до этого Прохорова, вот, он такой, он при каких-то людях всегда был, но я думаю, он работает на себя. Он в какой-то момент, когда там в либеральные какие-то времена, он радостно coming-out сделал, да, и стал таким официальным геем. И даже, кстати, делал какое-то даже доброе дело, как мне рассказывали люди, Свич, когда он вот этот самый, спид-центр или что-то такое открыл и помогал жертвам. Действительно, там выбивало из государства какие-то средства на лекарства и прочее. А потом ему уже времена-то сейчас уже не те, совсем не либеральные, особенно хвастаться нечем. Вот гейством уже хвастаться опасно даже. И поэтому он стал как-то зарабатывать себе, я думаю, вот какие-то очки, что ли, чтобы его, ну, простили, не простили. Я такой, я ваш, я на самом деле ваш. И перехлёстывает даже. Он вот перестарался немножко вот с этим тоже. Вообще с этим зверством. Я же видел это, как вообще актер какой-то плохой самодеятельности, когда он сидит, рычит там в этот самый, на своем канале.
и всячески. Вот он уже, по-моему, даже слишком, как бы такое ощущение, что он, ну, то есть переигрывает, это точно ощущение, что он даже вот это как бы для себя, что ли, это делает настолько не профессионально и искренне, чтобы потом сказать, да нет, ну, ребят, ну, уж не поняли, что ли, я же троллю. Но у меня такое ощущение, ну, подонок, пробы негде ставить при этом. Я его совершенно не оправдываю. Пробы негде ставить. Мне просто интересно это с точки зрения того, как эта система, условно говоря, таких людей создает, или, по крайней мере, потому что, посмотрите, Дмитрий Медведев, он ведь похож на Антона Красовского. То есть он пишет совершенно безумные посты, совершенно, кстати, нетипичные для него еще образца, там, не знаю, 2000 какого-то года. Да всем, как будто в него вселился какой-то совершенно другой. Это шизофрения, это действительно шизофрения. Мы же помним его приходы на телеканал «Дождь», «Привет, медведь», заигрывание с молодежью, там телефоны, айфоны, вот это все. Свобода лучше, чем не свобода. Это же как, это совсем другой человек. Тоже пробы негде ставить, очевидно. Тоже это вот такая порода людей. Они всегда были, конечно. Но сейчас мы их просто видим. Они как вот в повести Достоевского «Бобок» заголились. Они совершенно расчехлились. Им уже не стыдно. Потому что уже не стыдно. Вот что удивительное. Уже не стыдно никому. А эти, ну, реакция была... Я думаю, из-за того, что это вдруг стало слышно в мире. Вот этот ужас. А перевели до этого разве их это не волновало? Языки иностранные. Вот все-таки, на ваш взгляд, не волновало Маргарита Симонян раньше? Они же там позволяли себе такое, конечно, и до этого. Конечно, они все позволяли себе, конечно. Вот, я думаю, испугались, потому что вот были призывы, я их видела, читала, призывы по всему миру закрыть Арти, потому что это пропаганда геноцида, что правда абсолютно. И за такое можно, ну и в Гагу-то, давно уже в Гаге они все должны сидеть на этой скамье. Но это же просто прямое, это же существует, это уже такая, было в эфире, это было в эфире. Это не то, что где-то что-то, а это, в общем, это действительно пропаганда геноцида. Так что да, испугалась, стала отматывать назад. Не от того, что ее так это оскорбило, я не верю. Нет, 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 они, как Учков, звери от испуга скушали друг друга. Вот, что-то они так зашуетились немножко, да. Отношение к Алексею Венедиктову, его включение в список сторонников Навального, список 6000, да. Как вы считаете, насколько справедлива критика в адрес Венедиктова сегодня? Я считаю, что несправедлива вот эта кампания по занесению в какие-то списки самоназванных судей ФБК. Лёшу можно в разных вещах, конечно, обвинять. Лёша больше 30 лет. Я его знаю, он мой друг. Он больше 30 лет держал радиостанцию, единственную информационную радиостанцию, ну, которая давала профессиональную, взвешенную и проверенную информацию. Там кого они приглашали, у него была, да, идея, что надо дать... голос и тем, и тем, и тем, и тем. И, конечно, у него были отношения с администрацией, потому что он пытался спасти станцию. И, конечно, электронное голосование, мы знаем, что это, так сказать, ничего хорошего не было. Он до сих пор не отказывается признать, что это было с его стороны, ну, мягко говоря, ошибкой, грубо говоря, все-таки сотрудничеством с Собяниным. И все равно я уважаю. Он менеджер, окей. Давайте не судить его как журналиста, а будем судить его как менеджер. Как менеджер он, да, крутился как уш на сковороде, но он спас станцию. А потом ему не помогло то, что он там, скажем, сотрудничал. Его выплюнули так же, как всех. И он, и иноагент, и эхо закрыли. Так что, к сожалению, мне его ужасно жалко, потому что он пожертвовал своей репутацией. И я не думаю, что он жертвовал этой репутацией ради каких-то собственных благ. Нет. Мы можем по-разному относиться к вот этой идее, что
Вот когда там Меньшиков подписывал договор о дружбе и сотрудничестве с представителями Следственного комитета, мне кто-то написал оттуда, изнутри, из театра. Он спасал пацанов от мобилизации. Но вот черт его знает, сколько можно вот так вот спасать пацанов, радиостанцию, вот до чего, до какой степени, так сказать, сотрудничества можно и стоит порядочным людям доходить. Сейчас уже нет, мне кажется. Но эти 30 лет, да, я не знаю, мне его всегда было жалко, я его уважала, он профессионал, Лёша. И я повторяю, это не дело вот группы товарищей составлять вот эти самые списки. Вот правда. Это все, так сказать, произвольно, это амбиции, это субъективно. Там нет, они не могут дать доказательств. А коррупционер, ну откуда же он коррупционер? Как они докажут? Я точно знаю, что Венедиктов не коррупционер. Ну, сотрудничал, да. А кто нет? Вот мне укажите. На этих главных режиссеров театров. В те еще вполне вегетарианские годы, да, не сейчас. Сейчас уже, да, уже прямо совсем позорно. Но, конечно, как-то лавировали. Конечно, какие-то договоренности были. А Серебренников? Ну, конечно. И дружба с Сурковым. Ну, давайте будем откровенными. Потому что те, кто нам нравится, мы как-то не говорим, что вот они каким-то образом сотрудничали, чтобы тоже спасти театр, да. Гоголь-центр, предположим. Но мы стараемся об этом не говорить. А кто нам не нравится, мы, значит, их сразу обвиняем в том, что они сотрудничали, коррупционеры. И вот я сейчас читаю, или мне пишут, и читаю там в комментариях, уже все эхо-кошмар, эхо-говно, эхо-продажный. Какое, ребята, 30 лет, и еще мне люди из Украины пишут. Я сказала, вы знаете, благодаря эху люди в России узнавали то, что происходит у вас в стране. Благодаря эху и информации, которую эхо давало. Ну, не надо быть такими неблагодарными. Вот. Так что я журналист, я очень хорошо, я ценю все-таки вот это отношение к взвешенной, сбалансированной и точной информации. А это у Эха было, это точно скажу. И потом, и еще там у него было масса каких-то, ну, он отказывался увольнять Шендеровича, хотя администрация президента требовала, Альбац, хотя администрация президента требовала от него. Он этого не делал. Но вот это как-то почему-то предпочитают забывать. У нас звонок, давайте его примем еще. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Здравствуйте, это Андрей Онтарио. Здравствуйте, Вадим, здравствуйте, Мария. У меня вот такой комментарий по поводу Венедиктова. Ну, несмотря на все его заслуги, которые вы перечислили, ну, все-таки он так упорно продвигал электронное голосование, и именно этому ставит вину. Но если у него есть вопросы к причастности его к коррупции, то я думаю, люди не безусловно эти претензии к нему. Ну, еще такой комментарий, что по поводу того, а кто не сотрудничал с администрацией, поверьте мне, очень много людей не сотрудничали с администрацией. Очень много людей. Вот такой у меня комментарий. Спасибо. Конечно. Я не говорю, что все сотрудничали с администрацией, но я просто знаю, что очень многие театральные худруки в Москве, во всяком случае, в какой-то степени, скажем, шли навстречу, да, или исполняли какие-то жены. Всегда. Да все. Да хоть Ефремов, хоть Табаков, да все они. Хоть Марк Захаров. Ну, о чем вы говорите? Хоть Серебренников, мы тоже называли его. Вот. А про Венедиктова, ну, мы все уже сказали, да, все уже сказали. С электронным голосованием, конечно, да, но с другой стороны, в Думу попали. И те, кто по умному голосованию попал, и голосуют за войну, и те, кто по электронному голосованию попал и голосуют за войну. В общем, это был интересный эксперимент у
Навального и его команды с умным голосованием. Но результат пока что, в общем, мы видели, то, что нам удалось увидеть, не такой уж впечатляющий. Попали в эти органы власти все те же самые подонки. Да еще один вопрос от наших зрителей. А Ксения Собчак в этой линейке, то есть как к ней относиться? С одной стороны, Можно я свет зажгу? Я уже себя не вижу. Я вас вижу сейчас. Да, давайте. Как раз можно включить свет. Я напомню, что вы можете также задавать свои вопросы, делать это по WhatsApp, Viber, Telegram, телефону и в чате. Ксения Собчак. Вот тоже очень фигура, которая вызывает много вопросов. С одной стороны, вот она была и спойлером на президентских выборах, с другой стороны, она все-таки проговаривала и проговаривает какие-то важные вещи. Например, Владимир Осечкин именно через Ксению Собчак обнародовал информацию о пыточных конвейерах. Вот как вы относитесь к ее фигуре? Ну, да, Ксения Собчак, в отличие, скажем, от Венедиктова, работает на себя. Ксения Собчак – профессиональный журналист, очень хороший, я считаю, журналист. Ну, по большей части. Да, она каким-то образом пытается. И я тогда, кстати говоря, когда… У меня почему-то телефон садится. Когда… Сейчас, минуточку. Что-то он не заряжается. Когда она была спойлером, да, была кандидатом, все-таки ей удавалось на Первом канале произносить очень важные вещи. И мне тогда казалось, что это неплохо. То есть она неплохо использует вот это свое положение. Она продолжает это делать, она продолжает что-то такое важное говорить. А одновременно, а другой рукой она продолжает работать вот как-то с администрацией. Ну, вот так ей удается. Да, как вот была статья про Венедиктова «Между струйками». Вот Ксения «Между струйками» такие очень даже... Простите, я Да, я пока напомню, что ставьте лайки, не забывайте это делать. Сейчас у нас 590. Да, двигается, умело двигается между струйками. Да, там такое сочетание тоже. Ну, как и у Венедиктова. Единственное, что Венедиктов там 30 лет все-таки держал на плаву свою радиостанцию. И, может быть, я считаю, ради этого как-то так якшался. А она сама себя держит на плаву, да, и ради этого тоже идет на всякие встречи и услуги. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Спасибо вам большое, что нашли время и вышли сегодня в наш эфир. Маша Слоним, журналист из Великобритании, была с нами на прямой связи. Спасибо и всего доброго. Вам спасибо. Пока. Да, до встречи. Мы продолжаем наш стрим. Сейчас свяжемся с профессором университета Джонса Хопкинса из США. Поговорим о грязной бомбе, о возможных последствиях применения такого вида оружия. Ну вот как раз наш гость занимался лечением, в том числе чернобыльских детей в 80-е. Поэтому поговорим с ним еще и об этой теме. Вы также пишите, комментируйте, участвуйте, задавайте свои вопросы. Не забывайте про лайки, алгоритмы Ютуба так устроены, что чем больше лайков, тем активнее, в общем, стрим рекомендуется. Поэтому, если есть возможность, то присоединяйтесь. Да, пишут тем временем наши зрители. Спасибо за гостей с европейским взглядом, пишет Айя. Спасибо за гостю. Голосуйте за яблоко, написал Владимир. Но давайте без призывов. Голосуйте за того, за кого считаете нужным. И, в общем, за свободу выбора, хотя не в каждой стране эта свобода выбора, конечно, есть. Но еще, да, пишут наши зрители, тут вот как раз благодарят за гостью. Маша Слоним, журналист из Великобритании, была сегодня с нами на прямой связи. Говорим мы сегодня об Антоне Красовском, грязной бомбе, премьер-министре Великобритании, новом, который скоро должен быть назначен. В общем, присоединяйтесь. И Илон Маск только что оскорбил Гарри Каспарова, назвал его
цитата придуркам, в общем, это слова Илона Маска, что там происходит с богатейшим людей на планете, и почему он так активно комментирует вообще события в регионе, это такой вопрос, который мы также сегодня обсуждаем. Есть ли у нас связь с нашим гостем? Нет, пока еще мы в процессе, но вот как раз с этого и начнем. Может быть, спросим у Виктора Серебряного о том, как Илон Маск, почему Илон Маск так агрессивен. Да, пишите, комментируйте, высказывайте, рассказывайте, делитесь своими мнениями, ставьте лайки, давайте дойдем до 1000, если у вас есть возможность поставить, поставьте. Анна, кстати, поддержала нас донатом в 3 доллара. Но, как вот выясняется, пишет Анна о том, что Гарри Каспаров раскритиковал мирный план Маска по Украине, а Маск в ответ назвал его тем словом, которое я второй раз уже не хочу повторять в эфире. Ну, мы вообще против оскорблений, но из песни слов, как говорится, не выкинешь. Раз сказал, то сказал. И мы, конечно, это тоже озвучили, но дальше уже повторять, честно говоря, не хочется. Ну, а вы можете прокомментировать, что это вообще все значит. Виктор Серебряный, профессор университета Джонса Хопкинса у нас на прямой связи. Здравствуйте. Привет, привет, ребята. Да, ну вот, хотел начать с вами с грязной бомбы. Начну с Илона нашего Маска, потому что вот видели его последнюю полемику с Гарри Каспаровым или еще не успели посмотреть? Нет, Бог миловал, только мне и делать, что смотреть на этот срач лютый. Не, совершенно неинтересно. Ну хорошо, оба тогда проедем. Замечательные люди, но влезать в это и комментировать, ну, считаю, не совсем. Тогда проедем, тем более, что мы уже рассказали, наши зрители уже обсудили. Давайте про грязную бомбу, потому что вот риторика, связанная с возможным применением радиоактивного оружия, не обязательно ядерного, ядерная бомба, все-таки там нет цепной реакции, но тем не менее она может быть очень опасной в плане своего радиационного заражения. Чем такая бомба опасна? Вы ведь занимались, в том числе, лечением детей после Чернобыльской АЭС, которые пострадали. Вот в чем опасность таких видов вооружений? Ну, в основном она опасна в своей болтовне. Это явный шантаж России, который она делает ради того, чтобы попытаться что-либо получить взамен от коллективного Запада. Я абсолютно не верю в то, что Украина готова применять любого рода ядерное оружие в том виде, в ином виде. Мне кажется, это как раз замаскированный шантаж, которым наши друзья из КГБ занимаются весьма неуспешно, но очень регулярно и очень так упорно. Дело в том, что я, когда студентом был, я каждый год работал в управлении делами по обслуживанию зарубежных советских молодежных делегаций в ЦК ВЛКСМ. И я этих людей вот прямо вот знаю с детства, как бы с самой-самой молодости. Там есть довольно талантливые люди, такие, например, как Рогозин. Если вам удастся с Рогозиным начать переговоры о чем угодно, у вас начинает открываться рот. Он блестящий оратор и несет такую ахинею, ну так красиво и так интересно, что ты заслушиваешься. Такой же очень умный человек есть владелец Московского комсомольца Павел, забыл, какого фамилия? Гусев. Гусев, точно, Гусев. Он работал в общем отделе ЦК в ЛКСМ, которым руководил Игорь Щелоков, ну, то есть племянник Леонида Ильича Брежнева. Но там была интересная штука. Дело в том, что они все были КГБшники. Они все так или иначе работали на КГБ. Один единственный человек, который там не работал на контору, был аспирант, который женился на девочке, которая продавала международные билеты, и та решила заняться его карьерой. То есть это был единственный человек, который ничего не понимал, что происходит. Все остальные люди там, состоящие на службе так или иначе, были кадровые сотрудники Комитета госбезопасности. У комитета, почему я так далеко начал? У Комитета госбезопасности есть два момента, которые они очень точно понимают. Это так называемый развод и так называемое кидалово. Вот развод – это своих. Вот своих можно, ну, чуть-чуть обмануть, что-то обещать и не сделать. Это такое доброе и довольно теплое занятие, которым они занимаются друг с другом регулярно. А вот кидалово, вот тут нужен лох. С точки зрения Путина, Запад – это коллективный лох. Злой,
противный, несговорчивый, но лох. Для Путина Украины не существует. Опять же, мы не говорим, что это так, это, конечно же, не так. Но в его голове есть только один инструмент, одна структура – это США. У него нет ни Англии, ни Франции, ни Германии, ни тем более Украины. Есть США. Любые разговоры про ядерное оружие, любые, ведутся для того, чтобы Запад, а именно США, слили эту тему, чтобы они показали слабость и начали с ним переговариваться. Если только Запад начнет подвергаться такого рода влиянию со стороны, ну, лично Владимира Владимировича Путина, то тогда риски ядерной войны резко возрастают. Если стоять твердо, как камень, и не давать ему возможности тебя кинуть, этих рисков нет. Он никогда в жизни не пойдет на использование ядерного оружия, если он не развел тебя. Это абсолютно точное понимание. Я не уверен, что я могу внимательно и четко выразить это словами. Но я помню это вот это восприятие, что лоха надо сначала, чтобы он заглотил наживку, и только потом его кинуть на деньги, на совесть, на все что угодно. Поэтому мне кажется, что Путин делает именно это. Он ждет, чтобы была слабина, чтобы кто-то с ним где-то поговорил. И самое страшное заключается в том, что если такое случится, то риск ядерной войны возрастает. Ну, а грязная бомба – это, по-моему, чистая болтовня, которую Шойгу прокручивает, ну, по заданию своего патрона. И, конечно, ничего общего с действительностью это не имеет. Ну, на ваш взгляд, вот сейчас, если посмотреть на ситуацию, Запад в какой стадии? То есть он как? Он смотрит на эту наживку, он присматривается, или он понимает, что этот крючок даже рассматривать в качестве потенциальной там, пищи не следует? Вот как вы считаете? Запад разный. Вадим, дорогой мой, конечно. Запад совсем разный. Многие люди абсолютно устали от этого, от этой всей войны, от этих всех переговоров, от этих всех трат и всего. И, конечно, они думают по-разному, как можно это дело, ну, привести на иной уровень, на мир. И один из них – это наш глубоко обсуждаемый Илон Маск, так называемый русский шпион. Вот, ну да, многие люди устали, многие, я думаю, понимают, что нельзя давать слабину здесь, но есть и такие, которые готовы ее дать. К счастью для нас, с точки зрения Путина, слабину должен дать Байден, и не менее того. И вот если это случится, или если, не дай бог, кто-то в будущей администрации или что-то случится после ноябрьских выборов у нас – ну вот тогда опасность возрастает. А пока, мне кажется, все идет в статус-кво, и так как украинцы замечательно, их военные действуют, которым мы помогаем, и они молодцы, и это, конечно, снижает возможность Путина шантажировать весь мир. Ну и в завершение нашего включения зрители спрашивают, Виктор, а что за точки отмечены на вашей карте, которая у вас за спиной? Это где я был, и это еще не все. Это страны, которые вы посетили. Это страны, где я лекции читал, да. И города, я так понимаю, судя по тому, что... Да, города. А насчет Чернобыля, тут, понимаете, тоже это все довольно интересно получается. Дело в том, что после того, как случилась авария на Чернобыльской станции, в Советском Союзе было принято ряд программ, таких довольно ключевых, на предмет оказания дополнительной помощи и детям, и тем, ну, в общем, всем, кому можно, кто пострадал от Чернобыля. Насколько они на самом деле пострадали от Чернобыля, сказать трудно, но эти дети были в районе, мы, например, ездили, наш институт курировал, шефствовал над Брянской областью, мы ездили там по колхозам и смотрели детишек, ну, и всех больных детишек, которых там находили, нам показывали. Но это своего рода было не столько противорадиационное лечение, сколько своего рода
ну, ништячок, который показывали колхозникам, что вот из Москвы профессура приехали, там, молодые врачи, кандидаты наук приехали и вам там помогают. Так что мое знание о радиационной опасности и как радиационная лучевая болезнь у детей, я этого не знаю. У меня такое чувство, что многие люди тогда раскручивали бюджеты и не совсем понимали, чем они занимаются, хотя через Минздрав деньги шли там довольно прилично. Ну что ж, будем следить за развитием событий в мире. Спасибо вам. Виктор Серебряный был с нами на прямой связи, профессор университета Джонса Хопкинса. Благодарим вас и всего доброго. Удачи, до свидания. Мы продолжаем наш стрим и переходим уже к нашей, хотел сказать, интерактивной карте. Нет, у нас еще обзор прессы с Кириллом Ворониным, нашим редактором английской версии. Поэтому, да, давайте сейчас посмотрим, а потом вернемся и уже в таком интерактивном режиме подытожим сегодняшний наш эфир. Давайте посмотрим, что подготовил Кирилл. Всем привет! Прошедшая неделя в западной прессе была полна событий. Причем, как это ни странно, но как минимум половина этих событий не связана с войной в Украине. Но давайте обо всем по порядку. Евросоюз продолжает обсуждать ценовой поток на закупку российского газа. Издательство Associated Press опубликовали статью на эту тему. В статье пишут о том, что лидеры Евросоюза столкнулись со сложностями в вопросе практических решений энергетического кризиса. Но, цитата, «в пятницу удалось избежать открытой пропасти между Германией и Францией, которая могла бы внести раскол в ЕС». После переговоров, которые продолжались сутки в Брюсселе, 27 лидеров европейских держав, цитата, «решили прикрыть разногласия между крупнейшими членами ЕС и, по крайней мере, договорились о продолжении работы над способами введения ценового потолка на природный газ в случае нестабильности». Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул проделанную работу с канцлером Германии Олафом Шольцем, создав, цитата, «видимость единства». Шольц же, в свою очередь, отметил, что главной проблемой являются скачки в ценах на газ. При этом Шольц скептически относится к введению ценового потолка в принципе. Цитата, «мы не считаем, что в условиях мирового рынка мы можем в одностороннем порядке обозначить, какой должна быть цена. Все, что мы можем сделать, бороться со спекуляциями на рынке, которые дают ложную информацию о реальных ценах. Здесь все завязано на скачках, в тех случаях, когда цены взлетают чрезмерно высоко». Издательство BBC опубликовали статью, в которой приводят слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что РФ готовится к взрыву дамбы у Каховской ГЭС. Зеленский заявил, цитата, «по информации Украины, Каховская дамба на Днепре была заминирована». На данный момент дамба находится под контролем российских оккупантов, однако украинские войска с каждым днем продвигаются все ближе и ближе. Дамба также предоставляет России один из немногих оставшихся маршрутов через Днепр в частично оккупированной Херсонской области. В статье приводится анализ Института изучения войны, в котором пишут о том, что, цитата, «Россия, скорее всего, продолжит подготовку атаки под ложным флагом на Каховской ГЭС путем создания информационных условий, которые позволяют России взорвать дамбу после отхода из восточного Херсона и обвинить Украину в затоплении близлежащих поселений». Того же мнения придерживается и издание CNBC, которое пишет, что, цитата, «Москва насильно депортирует украинцев в Россию». После чего президент Зеленский заявил, что войска РФ якобы заминировали дамбу возле электростанции в Херсоне, что может привести к катастрофе гигантских масштабов. Слухи об этом на самом деле распространяются уже не один день, и недавний разговор телефонный Сергея Шойгу с министрами обороны США и Великобритании намекает на то, что Россия действительно готовит такой некий саботаж, что ли, в котором захотят наверняка обвинить украинскую сторону. Но как будет развиваться ситуация, узнаем со временем.
The Guardian сообщает о том, что, по словам Пентагона, США и Россия согласились поддерживать связь по вопросу Украины. Цитата. 21 октября министр обороны Ллойд Джейд Остин III провел телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Министр Остин отметил важность поддержания линии коммуникации в свете продолжающейся войны с Украиной. Эту информацию также подтвердили и в телеграм-канале Министерства обороны РФ. Что как бы дает понять, что действительно связь никто обрывать не собирается, по крайней мере, пока, ибо ставки в этой игре слишком высоки. New York Times опубликовали статью, в которой осветили уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Цитата. «Лиз Трасс подала в отставку после 6 недель на посту премьер-министра Британии. Ее повестка зашла не туда, ее собственная партия выступила против нее, и комментаторы задаются вопросом, смогла ли она продержаться дольше, чем Салат Латук?» Ответ – не смогла. Трасс уходит с поста премьер-министра Великобритании после самого короткого пребывания на этом посту, в принципе, в истории самой Британии. Ее отставка произошла через 3 дня после того, как ее новый министр финансов отменил практически все ее решения по запланированным налоговым сокращениям. Сама же Трасс заявила, что останется на должности, пока не будет избран преемник. Цитата. «Учитывая ситуацию, я не могу выполнить мандат, на основании которого меня избрала консервативная партия. Я боец, а не трус». На данном этапе планируется выдвижение новой кандидатуры. Многие предполагали, что бывший премьер-министр Борис Джонсон может вновь выставить свою кандидатуру. Однако сам Джонсон на данный момент заявил, что не будет выдвигать себя на потенциальную должность. Возвращаемся к изданию Associated Press. Они опубликовали статью, фокусом которой стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который, цитата, «завуалировал сравнение между советскими войсками, атаковавшими Венгрию во время революции в 1956 году, и нынешними институтами Евросоюза». В день 66-й годовщины подавленного восстания Орбан заявил, что Евросоюз, который пытается контролировать отступление от демократии в Венгрии, рискует закончить так же, как и СССР 30 лет назад. Цитата. «Давайте не обращать внимания на тех, кто ранит Венгрию из тени или с высот Брюсселя. Они закончат так же, как и их предшественники». Отсутствие Орбана в столице в день одного из важнейших национальных праздников Венгрии сопровождалось протестами десятков тысяч людей в Будапеште с требованиями поднять зарплаты и выдать лучшие условия работы для учителей. Самого же Орбана протестующие требуют отправить в отставку. Причем проблемы возникают не только у учителей, но и у представителей ЛГБТ-сообщества, этнических меньшинств и других групп. Сам же Орбан, который описывает свое правительство как нелиберальная демократия, сейчас столкнулся с угрозой урезания финансирования со стороны Евросоюза за свою политику и предполагаемую коррупцию. Наконец, интересную статью опубликовали Washington Post под заголовком «Почему российская пропаганда не столь убедительная, насколько можно думать?». В статье тезисно обозначили, что Кремль, используя свои медиаресурсы, пытается оправдать свои действия в Украине как, цитата, «защитный, необходимый ответ Западу, который пытается уничтожить Россию». Некоторые аналитики заявляют, что россияне поддерживают войну по большей степени из-за того, что верят госпропаганде, которые описывают Запад как враждебный. Однако это не остановило огромное количество людей от побега из страны после объявления мобилизации. Авторы статьи считают, что это связано с тем, что, цитата, «пропаганда не всегда направлена на убеждение аудитории. Иногда ее главная цель – запугивание». Многие лидеры используют пропаганду, чтобы выставить себя в роли хороших, прикрывая одновременно свои ошибки. Российская пропаганда пестрит сообщениями о том, что Путин был вынужден вторгнуться в Украину, дабы защитить Россию и ее жителей от агрессии НАТО, украинских нацистов, биооружия и от новых гендеров. В то же время люди получают параллельное сообщение, что правительство, способное доминировать в эфире и настолько преданное своей альтернативной реальности, наверняка очень сильное.
И вот здесь Washington Post отмечают провал пропаганды. По их словам, цитата, «Если бы люди верили в официальный нарратив войны и постоянные заявления Кремля об успехах на поле боя, годные к военной службе добровольно записывались бы в ряды армии, как это сделали украинцы после начала вторжения и американцы после 9 сентября. В реальности же мы увидели совсем другое». Ну и в завершение, как обычно, хотелось бы несколько слов добавить от себя, и сфокусироваться я хотел бы конкретно на двух новостях из освещенных мною сегодня в западной прессе. Во-первых, это статья Washington Post о пропаганде. Это достаточно важная статья, поскольку в этой статье приводятся, в принципе, достаточно рациональные вещи и факты, которые описывают, что не так уж и успешно работает пропаганда в России. Да, конечно, до сих пор многие люди верят в пропаганду, но они верят в эту пропаганду не через убеждение, а через запугивание, потому что постоянно в российской пропаганде, в эфирах Грэма даже об этом постоянно говорят, что пестрят сообщения о том, какой Запад враждебный, как все хотят уничтожить Россию и так далее и тому подобное. Это риторика запугивания, а не риторика убеждения. Поэтому, если сломать этот барьер запугивания, то возможно, что и никакая пропаганда уже работать и не будет. Ну, по крайней мере, так считают Washington Post. Вторая статья, на которой хотелось бы заострить внимание, это, собственно, первая статья из сегодняшней передачи, статья с Associated Press по поводу встречи глав ЕС о установлении ценового потолка на российский газ, на его закупку. Вы, в принципе, сами все слышали, и здесь я хотел бы сказать одну очень важную вещь. Многие оппозиционные медийные деятели, российские, естественно, и не только, с огромным медиаресурсом, с огромным количеством аудитории, уже который месяц педалируют идею о том, что вот установят этот потолок на газ, а это сделать очень легко, и все, и экономика России рухнет. Ну, во-первых, это те же самые люди, которые говорили о том, что экономика России рухнет за пару месяцев, этого не произошло. И сейчас они говорят о том, что очень легко будет установить ценовой потолок. В реалии мы видим, что это не так. И в реальности Германия и Франция, две крупнейшие страны, лидеры Евросоюза, столкнулись сейчас лбами. И, как мы можем видеть из статьи, президент Франции Эммануэль Макрон больше отдает предпочтение установлению этого ценового потолка, в то время как Олаф Шольц, канцлер Германии, он со скептицизмом относится к этому и вполне себе логично и оправданно считает, что в условиях мирового рынка устанавливать единолично в одностороннем порядке ценовой потолок — это немного нереально и неправильно. Поэтому я хочу призвать всех наших зрителей, и не только наших, к тому, чтобы у вас не было каких-то обманутых ожиданий. Потому что многие политические оппозиционно настроенные деятели, российские, опять же, и не только, они говорят такие громкие вещи, делают такие заявления, дабы, ну, привнести больше оптимизма. Оптимизм — это, конечно, хорошо, но не всегда, особенно в реалиях современной ситуации, войны в Украине и то, что происходит в России, нужно оставаться реалистами. Поэтому, пожалуйста, не верьте людям на слово и перепроверяйте информацию. Потратьте полчаса своей жизни, поищите что-то в западной прессе. Опять же, много ресурсов есть, которые переводят западные статьи. И будьте в курсе реального исхода, реального расклада дел, а не просто слепо доверяйте людям. Информацию любую надо перепроверять несколько раз в нескольких источниках. Спасибо вам за внимание, за то, что посмотрели в очередной раз нашу передачу. Увидимся через неделю. Всем пока. Да, это был Кирилл Воронин, редактор английской версии Грэма. Ну, а мы переходим уже к нашей финальной рубрике. То есть мы сейчас с вами немного поговорим. Вы можете, кстати, оставить свое сообщение, поддержать канал лайками, донатами, подпиской на Телеграм, потому что я сейчас открою Телеграм. У нас осталось до
Тут я еще просто параллельно читаю в Фейсбуке, тут меня слизняком назвали, кстати, сказали, слизняк не может понять. Я попросил, кстати, расширить версию, мне там стали объяснять, что, ну, как на самом деле мир устроен, это я к ребятам обращаюсь, ну, знаете, параллельно еще жизнь. Все не так однозначно в Украине, вот сказала одна из зрительниц и стала мне объяснять, что там заговор США и так далее, но поскольку я слизняк, то я не могу это понять, у меня все однозначно. Ну, это такая дискуссия, которая возникает иногда в социальных сетях, я к этому очень, на самом деле, иронично отношусь, у меня открытый Фейсбук, очень редко кого-то баню. Ну, бывает, конечно, там вот, оскорбления в отношении там, моих знакомых и друзей, ну, в отношении меня там пишут все, что угодно. Иногда забавно подискутировать, потому что, знаете, когда человек себя оскорбляет, ну, дальше, а ты не оскорбляешься, а вы можете расшифровать, что вы хотели под своей теорией, мне объясните. Человек, который только что тебя назвал там какими-то нехорошими словами, он начинает тебе рассказывать, что, знаете, там все не так однозначно, что там на самом деле все не так, как вам кажется, и там вообще все хорошо, и российский там солдат пришел для того, чтобы освоить. Ну, в общем, короче, сами все знаете. Вот. И прям вот там целые простыни мне пишут для того, чтобы объяснить. Я пишу спасибо вам за то, что вы попытались мне объяснить. Они говорят, это что, подколка такая? Я говорю, да почему же? Ну, это не подколка, вы же мне рассказываете после ваших оскорблений. А я вот внимаю. Забавно так получается. Вот у людей, мне кажется, у многих, вот тех, которые вот такой агрессивной позиции приходят, мне кажется, им просто не хватает внимания. Вот если ты к ним относишься так, знаете, я мог же, наверное, сказать что-то в ответ, там, сам дурак. Я не говорю, и вот они как-то начинают раскрываться, они пытаются себя переубедить, они начинают нести какой-то абсолютно полный бред, с моей точки зрения. А, вот, но они пытаются до тебя это донести. Есть в этом что-то такое миссионерское. А, ну ладно, бог с ними, это Facebook. Но у нас есть свой чат, пишите, пишите как раз в комментариях. И еще пишут, да, почему назвали слизняком. Я не знаю, там не расшифровывалось, почему... А что, надо вспомнить, как он выглядит на самом деле, где обитает, я вот что-то не могу так сразу сопоставить, потому что я ростом невысокий, ниже ростом только Губин. Нет, ну я такого среднего роста, с аккуратной прической, как говорят наши зрители. Видимо, вызываю какие-то чувства у людей разных политических взглядов и из разных политических спектров. А Вадим, вы кремень, написала Анна. Ну, не знаю насчет слизняка кремень, мне кажется, как-то по разные стороны. Но спасибо, кстати, это, мне кажется, добрые слова. А, на поддержку канала 10 канадских долларов, кстати, привет из Канады, так Вилка нам написал. Спасибо вам, правда, донат это очень важно, это то, что нам помогает. Присоединяйтесь к нам, поддерживайте нас и будьте с нами. Это, правда, очень здорово. Я тоже не знаю, что такое слизняк. В Википедии лень лезть. А давайте я залезу. Мне самому просто интересно, с кем меня сегодня сравнили, потому что, ну, всегда нужно открывать что-то новое. Если человек дает себе знания, то почему бы, собственно, этим не воспользоваться? Слизняк. Давайте посмотрим. Слизняк. В Википедии мне что-то не дает. Может, я неправильно это написал, но сейчас я попробую найти это в Гугле. И выясню, кем же, собственно, я являюсь в представлении одной из подписчиц моего Фейсбука. Так, как он правильно пишется? Так, пишем. Слизняк. Слизняк. Вот. Слизняк. Слизень, слизняк – общее употребительное название ряда брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату, там многоточие, раковины, слизни противопоставляют брюхоногим с хорошо развитой раковиной улиткам. Форма слизня независимо возникала в нескольких группах водных и наземных брюхоногих моллюсков, поэтому совокупность всех видов рассматривает не как таксон, а как экологическую форму. Слизни, сохранивших рудиментарную раковину, называют полуслизнями. Вот, кстати, так я должен выглядеть. Но, кстати, если сравнить прическу, у меня, в общем, в чем-то даже похоже на самом деле. Здорово, да, вот когда зрители находят какие-то аналогии, да, вот они, вот мне кажется, что ведущий похож, ну, выглядит благородно, мне кажется. И, кстати, полезную миссию, мне кажется, слизни выполняют. А нет, слизни все-таки вредители. Они могут наносить серьезный вред сельскому хозяйству. Так пишут, по крайней мере,
в Википедии. Но не все, не все. Есть слизни, которые не являются вредителями. Тут, как говорится, в какую касту попадешь. К сожалению, зрительница не отметила, к какой касте меня относится, но, судя по контексту, видимо, все-таки к той самой. Так, ладно, еще пишут наши зрители, тем временем тут были комментарии. Да, конечно, добрый человек, как раз сильный. Пишут еще о том, какой симпатяшка. Это, видимо, как раз про слизня. Очень любит листочки, пишет Лунтик. Толстенький без домика, пишет Эрика. А ваш канал как раз очень полезный, пишет Алла. А слизняк — это о характере человека, обычно о скользком, бесхарактерном человеке, пишет Алена. Не все слизняки одинаково полезны, пишет Ольга. Поедают клубнику. У меня нет огорода на... на даче пусть ползают. Грэм, я благодарю вас за труд. Ваш высокий профессионализм, опыт бесценны. Пишет Аня, спасибо вам. Крапивы обкладывают участок для защиты от них. Да, Вадим, какой вы слизняк, вы очень милый и добрый. Они жирают все мои цветочки, пишет Наталья. Ими еще ежики питаются, кстати, тоже. Ну вот такой краткий курс биологии сегодня благодаря нашей читательнице, моей читательнице в Фейсбуке, она в личном аккаунте у меня отметилась. Но вы, кстати, заходите к нам обязательно. Когда вот пишут, надеюсь, слизняк не кинет страйк. Нет, ну мы же говорим о биологическом просто виде, на самом деле. Здесь нет никаких оскорблений, все очень четко, как мне кажется, очень экологично. И мы об эволюции, собственно, вида говорили как раз в нашем сегодняшнем эфире. Так, еще у нас пишут комментарии. Да, так, было что-то, что я хотел прочитать, но я не помню, где это... было. Так, тем временем был комментарий, который я хотел зачитать, но он потерялся. Ну ладно, я думаю, что мы можем уже переходить к нашей традиционной рубрике. Вы еще можете, кстати, подписаться на наш Телеграм. Там совсем немного осталось, до 29 тысяч подписчиков. Если еще не подписались, подпишитесь. Ну и давайте уже... Кстати, еще донат пришел. Не слушайте злопыхателей, вы хороший человек. Кстати, так, Вилка написал, 10 канадских долларов. Спасибо вам, это правда очень здорово и очень важно для Грэма. Это обеспечивает нам бесперебойную работу. Раковину надо содержать, раковина — это наша студия, то есть мы еще не готовы, да, к такой эволюции. Слизняк, полслизняк, нет, мы, в общем, остаемся в своей раковине, поэтому спасибо вам за то, что нас поддерживаете, в том числе и донатами, это правда нам очень помогает. Но и, конечно, заходите к нам в Телеграме, ставьте плюсик, если подпишетесь прямо сейчас, ссылка закреплена сверху в комментариях, будем вас там ждать. Да, еще пишут, Вадим, можете спать спокойно, слабый человек, в принципе, не способен организовать и грянул Грэм. Ну, мы же не одни, тут нас несколько, нас много. Знаете, много слабых создают что-то сильное, да? Вот, конечно, два полуслизня — это один слизень. Ну или как там все это работает? Не знаю, тут куча народа сидит в студии, поэтому они на меня странно смотрят или не смотрят вообще. Я пытаюсь найти, знаете, какую-то поддержку в их глазах, не всегда получается. Ну что, поэтому давайте мы уже дадим старт и проведем перекличку, узнаем, какие города и страны сегодня с нами в прямом эфире. Телефон, WhatsApp, Viber по-прежнему работают, так что еще можете до нас дозвониться и можете еще подписаться на наш Телеграм-канал. Так, пишет у нас Москва на связи, Онтарио, Рига. Также еще Маск Каспаров тоже назвал, а там они, в общем, ругаются, продолжают. Так, Орск, тогда вы улиточку, написала Эрика. Коннектикут с вами, мира и добра. Да, еще пишут Москва. Нальчик, спасибо за эфир. Петергоф, Могилев, привет. Из Силиконовой долины, кстати, Виктория. Там у вас страсти в Силиконовой долине. Илон Маск там, я так понимаю, что обвинил его Каспаров, что у него особняк в Силиконовой долине, а у него нет, он сказал такого. Бельгия, Лиссабон, Краснодар, Израиль, желаю всем здоровья. Астраханская область, Санкт-Петербург, Денвер, Алма-Аты, Братислава, Санкт-Петербург, свобода беспозвоночному, огромная благодарность, всем добра, пишет Энна. Клагенфурт, Анапа, Дортмунд, Хельсинки, Москва, вечный град, Иерусалим, Санкт-Петербург, Германия с нами сегодня. Продолжайте, кстати, лайки ставить, не забывайте об этом. Добрый вечер, Сургут, Гродно, Москва, Пушкино, Ульяновск, Симбирск, родина Керенского и Ульянова, написал Александр. Да, кто еще отзовется, кто еще, в общем, как-то отреагирует на наш призыв. Нови Сад, всем привет из Краснодара, Маск свинтил в Техас, написала
Виктория. Ну что ж, на этом, я думаю, что мы завершим сегодня наш эфир. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что выбираете Грэма. Встретимся с вами завтра, а может сегодня. Ну, все зависит от обстоятельств и от того, какое будет настроение. Знаете, вот последние несколько дней ночные Грэмы провожу, там, то вчера в час ночи. Ну, так бывает, классно. Иногда, хоп, заходишь, никого не предупреждаешь, а вы снова здесь, а вы снова с нами. Поэтому до скорой встречи и всего вам доброго. До свидания. Thank you.